Сегодня тема нашего заседания – историческая политика, память о войне. Связь поколений, она, конечно, существует, но вот уже прошло несколько поколений, и они воспринимают зачастую эти события как то, о чем пишется в учебных пособиях. Но пойдет ли тот же школьник искать правду о войне в библиотеку? Он, наверное, все-таки возьмет телефон, в поисковике найдет первое, что ему алгоритмы и поиска предложат, а предложат, скорее всего, что-то короткое, броское, такой вот фастфуд, который надо быстро скушать, съесть, и он не раскроет всю правду. У нас нет стремления подогнать исторические факты под какие-то политические доктрины. Абсолютно нет. Есть четкие красные линии, за которые никто не должен переходить. Это когда одним полностью перекрыли каналы правды, будем говорить, а эту ложь, которая идет, собственно, от наших геополитических, цивилизационных противников, вдувает в том числе в уши молодежь. И если мы будем лучше знать и видеть историю Великой Отечественной войны через призму своей семьи, своего народа, своего государства, это только плюс нам. Мы не стремимся противопоставить, значит, себя кому-то другому, но исказить нашу историю мы тоже не должны позволять. Нам нужно сегодня оперативно, очень, так скажем, с экспертами, с общественностью думать, как сегодня вернуть молодежь к этой памяти, потому что у нас, для нас Великая Отечественная война – это не просто одно из исторических событий, это наша, по сути дела, независимость, наша государственность. Но мы не сможем этого сделать без привязки конкретно каждого человека к его родным героям, которые есть в каждой белорусской семье.